Пробует от солодухи. Я знаю, уже об этом знает вся страна, вся Беларусь, потому что мне уже столько звонков и столько пишут люди в соцсети. Это будет специальный рецепт. Если вы в курсе, я в прошлом инспектор рыбнадзора Беларуси. Вот. А вообще в детстве я с отцом ловил рыбу на озере Балхаш, военный городок Приозерск в далеком Казахстане, где служил мой отец. Судаки, сазаны, лещи, подлещики, амуры. Вот. Ну, а уже работая инспектором рыбнадзора Беларуси, я ловил рыбу тоннами на бумаге. Да? Согласовывал проектную документацию в части водозабора и сброса сточных вод в водоемы нашей страны. Потому что чуть больше 40 лет назад я закончил Минский государственный медицинский институт, факультет санитарии, гигиены, эпидемиологии. Год работал санитарным врачом в одной из санстанций города Минска, а затем 4 года инспектором рыбнадзора Беларуси. Согласовывал проектную документацию. Да.